это большой мозг, ребята, посмотрите, я самолет разбил на монеты. Вот это круто, посмотрите, ребята, у меня сколько лазерей из головы идет. Вот это я супер-пупер, даже вертолет разбил. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем эту замечательную игру под названием Зомби Цунами. Так, ребятки, ну что ж, погнали, давайте заберем вот это все и, собственно, в бой. О, давайте съедим этих девочек. Отлично. Так, давайте. Вот так вот монеточки все соберем. Отлично. Просто замечательно. Перфект. Так, что это тут такое, ребятки? Опа, нас уже 10 человек. Давай, прыжок. Давайте, переворачивайте этот автомобиль. Погнали. Отлично. Прыжок еще один. Отличненько. Просто супер. Просто замечательно. Я считаю, что это просто круто, дорогие друзья. Потому что это просто вау, ребята, вы видели. Вот это да, вот это вау. Еще прыжок один, отлично. Просто супер. Отлично, просто замечательно. Прыжок. Вау. Круто. Перфект, отлично. Так, мы собрали все монеты. У нас здесь что? У нас здесь, ребята, нет, это мозг. Это большой мозг, ребята, посмотрите, я самолет разбил на монеты. Вот это круто, посмотрите, ребята, у меня сколько лазерей из головы идет. Вот это я супер-пупер, даже вертолет разбил. Вот это да, вот это я понимаю, вот это пошла бомбежка. Вот это круто, вот это да, вот это я понимаю, ребята. Просто замечательно. Отлично. Просто перфект. Ребята, нас 22 зомбика, дорогие друзья. Это просто означает... Вау, да что ж ты будешь делать? Прыжок. Прыгай. Еще раз прыгай. Отличненько. Просто, ребяточки, замечательно. Просто круто. Прыжок. Отлично. Ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать? Да, ребята. Так. Стой. Ой-ой-ой. Мы могли, конечно же, перевернуть этот автобус, но в следующий раз. Давайте танк. Отлично, мы танк превратили тоже в монеты, ребятки, вы видели? У нас 23 зомбика, давайте самолет перевернем. Отлично, замечательно, самолет перевернули. Это просто супер, а это что такое? А это ниндзяки. Давайте переворачивать все на своем пути. 30 ниндз, ребята. Вы когда-нибудь видели такое? 30 ниндз, ребята. Ребята, у нас 30 штук, посмотрите, вот это круто. Это да. Вау, ребята, посмотрите, как ниндзя умеют прыгать с сальто. Прикольно. Вау, прыжок. Пошел. Вау, еще один прыжок. Вот это да. Ниндзя прикольные. Мне, ребятки, довольно нравятся ниндзя. И потому что они нормальные чувачки. И они дружат со всеми ребятами. Так, ребята, ну с дороги. Нас очень много. Мы любые машины можем все крушить. Даже автобус, ребята, вы видели, мы с легкостью перевернули автобус. Это просто не может не радовать. И, ребятки, мы, конечно же, чайненько упали. Но ничего, дорогие друзья, тем не менее, мы съели 44 мозга, пока бежали. И, наверное, прошли эту миссию, я так думаю. Сейчас посмотрим. Да, ребятки, отличненько. И мы открыли что-то. И мы открыли новый вид, ребята, какой-то. Новый вид открыли. Так, отличненько. Тут нам предлагают подключиться к интернету, но мы откажемся. Так, давайте поедем дальше. Так, здесь что у нас? Давайте здесь вот все купим. Отлично. Все, мы здесь все купили, то, что нам нужно. И вид на Мексику, ребята, отлично. Вид Мексика мы открыли. Все, теперь он у нас есть. Так, что я теперь хотел еще? Еще у нас есть, ребята, птичка. Птичка вот такая у нас есть. Мы можем ее апгрейдить? Нет, апгрейдить мы ее, ребятки, не можем. Нет, пока нельзя. Так, ребятки, ну что ж.
Поехали, побежали, побежали, погнали, будем заниматься делами, погнали, 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 погнали. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно все-таки это, ой, прыжок, прыжок, прыжок. Отлично, просто замечательно. Давайте съедим этого чувачка, круто, 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 круто. Кто это такой? Получи, 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 получи. Прыжок, 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 отлично. Отлично, дорогие друзья, мы бежим, бежим, мы погнали, 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 погнали. Отлично, просто замечательно. Вау, прыжок, 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 прыжок. Бомба, 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 дядя, дядя. Фух, ребята, вы видели, как мы отличненько ускользнули от этой бомбы. Это было просто круто, просто замечательно. О, посмотрите, новый вид на Мексику открылся. Посмотрите, как прикольно. Ребята, половину зомби растерял, конечно, засмотрелся. Вау, 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 круто, 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 да, новый вид мне понравился. А тут что у нас, ребята? О, здесь у нас мозг, ребята, здесь у нас зомби-мозг, отлично. Круто, 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 ребята, просто посмотрите. Посмотрите, вон, ребята, зомби, там все видели? Ребята, вожди зомби, вот это прикольно. Вау, прыжок, 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 прыжок. Я уже 16 людей забрал, ребят, уже 18. Ого, уже было, как много. 25 человек. 26. Все, ребята, 26 зомби со мной бегают. Один подорвался нечаянно на мине, один упал в яму. Пятеро, то есть, упало в яму, точно. Эти опять подорвались. Вай, падаю, падаю. Нет, 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 ребятки, мы не падаем. Мы продолжаем наш забег зомби. И это просто замечательно. Это просто круто. Прыжок. Вертолет, прыжок, опять вертолет, прыжок, прыжок, прыжок. Так, собираем монетки. Для того, чтобы что-нибудь прикольненькое мы смогли купить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что это такое? Цунами, ребята, ура, цунами, я люблю цунами. Отличненько, отлично, просто супер. Просто замечательно. Цунами я очень люблю. Посмотрите. Посмотрите, что делается. Ребята, вы просто посмотрите, что тут творится. Здесь реально мы весь мир поставили на колени, ребята. Даже весь самолет забрали к себе. Здесь съели уже очень много зомби. Ребята, посмотрите, сколько мы съели. Ого, у нас 54, и мы все упали в яму. Новый рекорд, 54 зомби, и все нечаянно упали в яму, ребят. Вы видели, такое вообще-то бывает или не бывает? Вот это прикольно, да? Это просто супер. Так, отличненько, ребята, здесь мы все набираем потихонечку. Набираем, набираем, набираем. Отличненько, погнали дальше. Так, нам тут предлагают продать мозг, ребята. Давайте продадим мозг, конечно. Чего же его так и продать-то? Так, ну что ж, погнали дальше, ребята. Здесь нам нужно что? Нам нужно купить вот этот пропуск. Все остальное у нас вроде бы есть, ребятки. Так что погнали. Так, девочка с косичкой зомби начала уже бежать. И прическа диско тоже. Так что, собственно, ребятки, погнали. Перфект. Замечательно. Вай-вай-вай, прыжок, 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 прыжок. Еще один прыжок, ребята. Еще один, еще один, еще один. Отлично, отлично. Игра себя показывает просто на высоком уровне. Просто на высоком уровне. Все отлично. Все просто супер, все просто замечательно. Вай-вай-вай-вай-вай. Здесь у нас опять, ребята, мозг, посмотрите, мой любимый мозг, который уничтожает все на своем пути. Давай, стреляй, стреляй, даже десантника, давай, давай. Вертолет даже мы разбили, ребята, вы видели, мы разбили вертолет опять. Это уже такой по счету вертолет, у нас уже вертолеты были. Отлично, все, разбиваем вот так вот. Прыжок, прыжок, прыжок. Четвертое. Самолет, ребята, вы видели. Мы не сумели перевернуть самолет и потеряли половину зомби. Там на самолете ничего.
продолжаем наш суперский забег. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Прыжок. Еще один прыжок, ребята. Да-да-да, ребята, отлично. Просто супер, просто замечательно. Все, просто, просто. Вау, прыжок пошел. Второй прыжок, отлично, просто супер. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Да что ж ты будешь делать, а? Давай-давай-давай-давай-давай. Прыжок. Отлично, просто супер. Просто замечательно. Вай-в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 ай. Да что ж ты будешь делать, а? Ой-ой-ой-ой-ой, прыжок. Отлично, просто замечательно. Вай-вай-вай-вай-вай. Прыжок. Ой-ой-ой-ой, падаем, ребята. Нет. Один чувак в иракезе вышел. Вы видели, ребят? Ребят, вы видели, реально. Реально, мне повезло просто. А, я не хочу подорваться на бомбах, ребята. Вы видели, реально один я выжил. Потому что вот эта скорость. Посмотрите, с какой скоростью мы, ребятки, бежим. Конечно, на такой скорости очень тяжело. Да что ж ты будешь делать? Проиграли мы. Но ничего. Ну как проиграли? Не проиграли, просто не успели дойти до конца, так сказать. Ну ничего, дорогие друзья, мы сейчас побежим дальше. Будем устраивать новый забег. С удовольствием будем бегать. Так, давайте посмотрим. Нам, ребятки, чтобы открыть что-то там, нам надо еще немножко пробежать и открыть этот забег зомби новый. Так, ребятки, ну что ж, погнали потихонечку проходить эту замечательную игрушку. Побежали. Перфект, отлично. Просто супер, ребят. Круто. Ой, ребята. Вай. Ты что? Да что ж ты будешь делать, а? Ой. Да это кто такой? Это дракон, ребята. Дракон. Отлично. А здесь дракоша. Давай прыжок. А дракоша наш умеет, ребятки, летать. Знали или нет? Посмотрите, что он делает. Ой. Он может вот так вот парить в воздухе. Я падаю. О, отлично, наш дракоша. Погнали, дракоша. Держись в воздухе как можно больше, потому что нам не дадут отдохнуть они, ребята. Просто-напросто не дадут. Так, у нас уже очень много зомби. Ой, ребята. Аккуратненько надо быть, аккуратненько, потому что мы можем попросту. Вау, да что ж ты будешь делать? Спасите меня, пожалуйста, я хочу дальше пробежать. Больше, еще больше. Ой. Вот так. Просто замечательно. Вай. Ребята, посмотрите, что творится. Прыжок еще один. Ай, прыжок еще один, и на бомбу попал. Перфект, отлично, просто супер. Так, кто это? Цунами, ребятки, как я люблю цунами. Не зря эта игра называется зомби цунами. Просто отлично. Просто круто. Вай. Погнали. Отлично, дорогие друзья. Отлично. Ребята, вы
Ребята. Ой, да что ж ты, я думал переверну танк, а на самом деле не смог, дорогие друзья. Ну ничего, ничего страшного. Так, что у нас здесь уже до конца дошло все. Да, ребятки, мы набрали полный бутылек, и у нас получилось... У нас УФО плюс 5 секунд открылось, я так понял, да. Да, ребятки, да, и мы что-нибудь откроем в следующий раз обязательно. Так, здесь нам предлагают продать мозг, ребята, мы продаем его с удовольствием и идем, ребятки, дальше. А дальше у нас... Что у нас дальше, ребята? Дальше у нас, так, миссия. Так, здесь мы открыли плюс 5 секунд. Фу, мы это купим, конечно, обязательно. Здесь мы, ребятки, пропускаем. И что я хочу сказать, ребята, побежали. Отлично, погнали. Так, отлично, давайте перевернем эту машину. Все, круто. Просто замечательно, ребятки, отлично. Опа. Прыжок, ребята, зомбики вперед. Зомбики, давайте, вперед. О, ребята, вы видели, вот это да. Вот это дает, а. Да, побежали мои маленькие зомбики. Прыжок. Еще раз прыжок. Отлично, просто супер. Просто замечательно. Прыжок еще. Десантники сюда, его снег. Отлично, нас уже много, так что мы уже можем не только там переворачивать, ребятки, но и многое другое. А здесь УФО, ребята, которые будут нас... УФО, это, ребята, НЛО, которые нас будут постоянно раздваивать. Посмотрите. Вот это круто, ребята. Вот это я понимаю, что вот это классно. Просто... Вай, ребята, да что ж ты делаешь? Так, отлично. Просто отлично. Вау, ребята. Дайте мне, пожалуйста, добежать до конечной станции. Пожалуйста, я не хочу погибнуть, я же зомби. Я всех съем. Ой, зомби, пошли бомбы ваши. Ай, половину потерял зомбиков, ребята. Да что ж ты будешь делать, а? Ой, ребята, подождите. Что это у нас взяли такое? Это дракон, ребята, это дракон. Отлично, дракон. Да что ж ты будешь делать? Дракон упал, да что ж такое? Так, ну что ж, дорогие друзья, не стоит отчаиваться. Мы с вами эту игру потихонечку проходим и потихонечку двигаемся вперед. А я хочу сказать, ребятки, что этот эпизод подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Подписывайтесь на канал. Пока-пока, дорогие друзья.